Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в Roblox. Ну а как же, настало время Роблокса, и карта у нас Infection Inc. 2. Ну короче, в первую часть я не играл, сразу начинаю во вторую. Итак, вот отсюда все лучше видно, это моя территория. Здесь мы будем с тобой злодействовать, злодействовать. Значит, здесь у нас есть туалет, вот, здесь смотри какой значок, типа опасна радиация и очень плохо пахнет. Ну, как положено все. Здесь у нас насос, который закачивает инъекции вот сюда, в этот туалет, так сказать, облагораживает. Сейчас мы туда зайдем, смотри. Вот, и мы, соответственно, облагораживаемся. Нас это покрывает всякой зеленой штукой, но с нами на самом деле ничего не будет. Но если мы качнем этот насос, давай попробуем качнуть, посмотрим, что будет. Хопа, надо 19 раз качнуть. Качаем. И накачали мы себе зомби. Выжил из нашего туалета вот такой вот зеленый зомби. И теперь он пойдет есть население. По-настоящему злобно. Так, давай накидывайся вот на этого блондинчика. Он мне не нравится. Съешь его, фас! Давай, давай, давай. Ну, красава! О божечки, посмотри на его лицо. О нет! Такое ощущение, что он там его поцеловал. Как вампир. Высосал с него всю кровь. Да, вот на этого теперь. Накидывайся, накидывайся на него. О да! Мощь. Фу, нет, я не буду на это смотреть, я пошел. Все, у меня нервы не стальные. Значит, накачаем мы сейчас себе еще одного зомбоящера. Буду звать их зомбоящерами. Вот. И... Аня, погоди, здесь есть какая-то бесплатная штука. Контрол-центр, ну-ка давай. Оу. У меня теперь есть компы и целых три монитора. Аня, погоди, компания, то тут только три монитора просто светятся они, да? Надо как-нибудь системник прикупить, слушай. Что это у нас? Open Control Panel. Давай откроем панель. Мануал Спавнер. Здесь, короче, показаны все мои зомбоящеры, которых я могу производить. Вот сейчас у нас только есть мануал спавнер. Он самый такой бомжатский. Вот. Ну, а мы начинаем с тобой... А, погоди, у меня 520 кредитов есть. Давай-ка их потратим вот сюда. Нафига я это купил вообще? Непонятно. Так, значит, он, ган-рак. Давай вот это возьмем. Раковский ган. Оружие раков, как говорится. Снайперка какая, видал, да? А, я отсюда брать ничего не могу, ну блин. Еще у меня 270 центов осталось. И я их могу потратить. Потратить на что? Вот сюда. Армии. Вооружение. За соточку. О, сколько ящиков. Ништячок. Ну что ж, пришло время поработать насосиком. Давай. Покачаем. Я вот так вот встану. Вот так вот. Двоих выпустил на свободу. Сейчас они мне бабосиков намутят. Ну а я пошел. Постреляю в других зомбаков. Да-да, здесь есть и другие зомбаки. Смотри, какой светящийся крутой. Ну-ка, пошли, достаю свою эту АК-шечка, какашечка. Так, достали, пошли. Ух ты, какой, смотри. А ну, стоять. За каждого убитого зомби я тоже получаю бабосики. 40 центов получил за этого. За этого синенького, ну-ка, сколько? 40. Какой здоровый, смотри. Жирней, стопэ, не дам тебе съесть этого чувака. 40 получил. Фу, блин, ты меня напугал. Фиолетовая. О, светящийся. Какой он мощный. Смотри, сколько я в него патронов уже выпустил. Еее, ракет получил. Ну все, поохотились мы с тобой хорошечно. Можно потратить бабузики. Сейчас мы спустим их вот на эту штуку. Что это тут? Ауто-зомби-спавнер. Хорошая вещь. Покупаем. Сейчас отсюда должны автоматически появляться зомбаки. Давай-ка посмотрим, как это происходит прям изнутри. Вот я стою. Зомби. Выходи. Что-то как-то не спавнится, слушай. Блин, уже ночь наступила, где этот зомбарь? Ой, все, короче, надоело сидеть в этом туалете, пошли лучше покачаем. Ну все. Несколько штук сделал. Смотри, вон, понеслась жара. Все, они там сейчас все сожрут нафиг. Это как саранча. О, здесь еще могу сделать автоматический зомби-спавнер. Давай, сделаем. Больше зомби, больше. Стеночки. Ну давай стеночки сделаем. О, нормально, такие стеночки хорошие. Уже можно сказать, что почти дом. Почти дом построили. Здесь у нас что? Зомби-дур. Дверь для зомби. Давай-ка ее прикупим. Ага, красненькая такая, неоновая, классненькая. Что еще мы можем прикупить? Медикамент, что ли? Ну-ка. Да, точно, смотри-ка. Все, денег нет, я все потратил. Накачаю-ка я себе побольше зомби. И поехали.
Сейчас как шарики просто возьму и накачаю. Продолжаем закупку нашего оборудования. Так, значит, нам нужна дверь. Входная, нормальная. Покупаем. Эй, покупайся. Вот. Можем ее открывать и закрывать. Конечно же, пусть она будет закрытая. Чтоб мне не мешали злодействовать. Так, дальше. Покупаем Control Center Divider. Штука прикольная. Хотя, обычная стеночка. Ну, что это за дела? Ну, какой-то разводило вообще. Так, значит, что еще мы можем прикупить? Вот такую штуку можем. Усиление какое-то давай возьмем. О, красотище какое. О, атомная какая-то штукенция, слушай. Прямо у меня на голове. Очень круто выглядит. Все, накопил, покупаем. Лесенка на второй этаж. Ну-ка, поднимемся. Отлично, у меня второй этаж. Ну, что поделать. Что есть, то есть. Вот так вот наше убежище выглядит снаружи. И у нас здесь есть возможность прикупить чего-то. Здесь у нас зарубаксы, спаунер какой-то крутой, а здесь у нас Тайкон Сиган за 200 центов. Ну возьмем. Винхилл Эмпайр. Капец, на что я только деньги трачу? Ужас. Ооо, ты смотри, как у меня там братва разделывается с людишками. О, их полицаи мочат. А я могу полицаев? Нет, полицаев не могу трогать. Ладненько, пойдем подзаработаем. Подзаработаем на других зомби. А ну стопэ. Я зачищаю этих людей, потому что я их должен съедать своими зомбаками. Вот стопы. Нет, не жри его, засранец красный. О, бугай какой, а ну-ка. Как он быстро его ушатал, слушай. Синеглазик. Он на лед очень сильно похож. А ну-ка, попробуй меня кусни. Кусни, да, фиг его. Я невкусный. Ну все, я вроде вдоволь настрелялся. Божечки, сколько здесь зомбарей, смотри, всяких разных, и цветных, и разноцветных, и... Хотя, по-моему, разноцветные и цветные, это одно и то же. Так, значит, заболтался. Значит, поднакопили мы бабосиков, и пойдем-ка мы с тобой прикупим ту штуку за 1000. Где эта штука? Вот. Второй этаж. Наконец-то у меня есть второй этаж. Очуметь. А это что такое? За 300 центов давай купим. О, подсветочка, красиво сделал. Ладно, полезли на второй этаж, посмотрим, что у нас там есть. И мы можем купить. Где спавнер? Спавнер? Спавнера здесь нету. Тогда покупаем вот эту штуку. Не знаю, что это такое, сейчас узнаем. А, морфы. Ясно. Морфы нам пока не нужны. А это что? Покупаем. Есть! Вот теперь-то можно спавнеры забабахать. Сколько они здесь стоят? Сейчас мы прикупим еще один спавнер. О, какой-то он синий, слушай. Это кого ж мы будем делать? Сейчас мы посмотрим, кто отсюда вылезет. Так, что мы еще можем купить? Вот этот вот. Это спаунер? Да, это спаунер. Покупаем еще. Серенький. Мощно. Так, есть еще 790 центов, на чтобы их потратить. О, каменный стоун спаунер. Вот это вот. Вот так вот. Все, 3 спаунера купил. Очуметь. И, кстати, а как это они? Куда это? Как они будут отсюда выбираться со второго этажа-то? Вываливаться просто? Ну да, походу они просто будут прыгать со второго этажа. Хм, я хочу на это посмотреть. Так, синенький пошел. Давай. Воу, круто. Каменный пошел, смотри. Он на самом деле не каменный, а стальной какой-то. Так, давай, прыгай. Ну все, это просто десантура. Зомбо-ящерная десантура. А вот и каменный, смотри, пошел. Каменный тоже такой ничешный. Интересно, он рассыпется или нет, если спрыгнет? А нет, живчик оказался. Текс. Чего же прикупить-то? А вот эту штуку... Нет, это дорого. Вот эту штуку прикупим. О, бейджик дали. Бейджик дали за что? За 30 минут игры. Понятно. Значит, покупаем вот эту штуку. Ага. Оградку поставили. И вот эту штуку покупаем. Это что у нас? О, я могу на рубильник нажимать? Могу, смотри-ка. Только он не нажимается, блин. Что за лажа? Бутафория какая-то. Косарик сейчас спустим. Вот, на стеночки. Так, отличненько. Ох, круто. А знаешь, что я хочу? Я хочу вот так вот забраться сюда. Вот так. И просто наблюдать, как злодействуют мои зомбари. Так, где мои зомби? Вот они. О, как они кучей налетают. Ты посмотри, сколько их. По-моему, они сосисочную оккупировали. Морфы, если честно, я вообще не хочу покупать. Один, может быть, куплю. Давай посмотрим, какой. Какой-то плохой сценист. Здесь хазмат, а здесь киборг.
О, я даже не знаю. Вот меня первый заинтересовал, давай посмотрим. О, так это же этот, Морти! Хотя не, у Морти нет таких очков крутых. Ну ладно, я буду, короче, Морти. Я буду думать, что я злой Морти, который делает зомбари. Кто не знает, это из мультика Рик и Морти. Это что, у меня тут трусы проглядывают? О божечки, какая стыда... А, не, это пла... Да фиг его поймешь, короче, что это такое проглядывает здесь. Прикупим дверцу на втором этаже. Возьмем еще вот эти вот штуки две. Тут у нас есть... О, нет, это дорого. Вот это возьму. Лесенка на третий этаж. И что у нас там еще? Вот какая-то штукенция есть. Давай возьмем. Опа, картинок. Ну, конечно же, как же без картины с зомбарем? Уй, настало время для третьего этажа. Покупаем. Ох, да, ой, я еще и светильники купил за раз. Ох, наконец-то третий этаж. Что же там будет, я даже не представляю. Так, я все-таки решил все морфы здесь купить, чтобы не мозолили мне глаза. О, это космонавт? Хазмат, это космонавт переводится, что ли? Ай, фиг его знает, короче, не заморачиваюсь. Покупаю еще киборга. О, киборг какой. Больше похож на железного человека. Хм. Не, доктор мне больше нравится. Ладно, полезли на третий этаж. Сколько дел мне предстоит оборудовать весь третий этаж. Ух, ну, третий этаж мы с тобой оборудуем в следующей серии. Если тебе понравилась эта игруха в Роблоксе, то все ссылочки будут в описании. А также не забывай ставить лайкосики, оставлять свои комментозики под видосик и подписывайся на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Ну все, я вроде все сказал. Тебе удачки, пока и до нового видосика. Чао, какао.